Всем-всем-всем большой привет. Знаете, мне, наверное, да, давно надо было записать подобное видео. Наверное, месяца два назад. Ну, начнем с хорошего. В первую очередь, конечно же, я хотела бы сказать огромное спасибо всем тем людям, которые подписаны на мою страницу, либо просто зашедшие ненароком и, собственно, оценивающие видеозаписи и проделанную работу. Спасибо тем людям, которые комментируют, оставляют свою лепту. Вот, абсолютно все ваши комментарии, ну почти все, несут огромную пользу и очень здорово помогает мне в продвижении. Особенно комментарии насчет комнаты. Вот. Получаю огромное количество сообщений на почту, на мою страницу во ВКонтакте. Вот, все прочитывается, все по большей части учитывается. Спасибо вам огромное. Это без вас бы не было ничего всего этого. Во-вторых, что я хотела сказать. Опять-таки извиняюсь, что в последнее время не было видеозаписей. Дело в том, что я немного заболела, и мне тяжело играть на духовых сейчас. Нет, ничего страшного, но здорово репетировать я не могу. Вот, поэтому я хотела бы сделать небольшую паузу в плане записи игры на духовых. Нет, ну не кардинально, конечно, я что-то буду продолжать выкладывать. Вот, это, собственно, на этом не очень хорошие новости закончены. И еще одна небольшая, но уже хорошая новость. Чтобы не просиживать свою попу зря, я решила записать, точнее, попробовать записать серию небольших видеороликов о духовых инструментах, об их освоении, о техниках игры, о каких-то нюансах, которые, возможно, помогут очень многим людям. А может быть и не помогут. Конечно, эти советы будут совершенно непрофессиональные. Почему? Потому что я самоучка. В этих записях я расскажу именно о тех приемах, о тех моментах и нюансах игры, которые мне помогают повышать собственный навык игры и которые позволяют, собственно, получать удовольствие от духовых и других инструментов. Вот так вот. Конечно, в первую очередь, данные видеозаписи будут направлены на новичков. Я же сама новичок, что уж тут говорить. Вот так вот. Собственно, небольшая у меня будет, простите, просьба. Оставляйте, пожалуйста, в комментариях под этим видео вопросы, которые возникают у вас во время игры, или наоборот, вы еще не играете, но уже что-то интересует вас в духовых инструментах. Возможно, вы думаете, какой инструмент выбрать, какие у него особенности. Пишите. Я буду читать и по возможности отвечать на все вопросы, собственно, в вышеописанных небольших роликах. Ладно, всем удачи и хорошего вечера.